Центр притяжения малышей во дворах и не только. Детские площадки. В Одинцовском округе их 785. Большая часть требует внимания. Где-то достаточно будет обновить краску, а где-то нужны более масштабные работы. В рамках проведенной оцифровки выявлено о том, что содержание детских площадок по краске требуется 365 единиц. Ремонт покрытия 99 детских игровых площадок, мелкий ремонт 123. Также имеются детские игровые площадки, на которых требуется значительное вложение денежных средств. Таких у нас 32. За состоянием детских площадок следят сотрудники муниципальных учреждений и подрядных организаций. В Одинцовском округе это порядка 200 человек. 76% наших детских площадок находятся в зоне прямой ответственности муниципальных организаций. Ежедневным содержанием игровых площадок во дворах и общественных территориях у нас занимаются 42 муниципальные бригады и 23 дополнительные бригады мы привлекаем от подрядных организаций. Особое внимание глава муниципалитета поручил уделить работе управляющих компаний на детские площадки, за которыми должны следить УК. Больше всего жалоб. Также без внимания не должны остаться и игровые зоны в военных городках, независимо от того, в чьей собственности они находятся. Безопасность детей превыше всего. Кроме того, Андрей Иванов поручил сократить срок проведения работ. Ремонт детских площадок в округе должен быть завершен к 15 мая. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».